Я бьюсь, потому что для меня это выброс во всех планах, физическом, ментальном, духовном. Ты выкладываешься, работая на лапах, потеешь, дышишь. Это укрепляет мое тело, и подобная забота о здоровье позволит мне максимально долгое время оставаться сильной для своего ребенка. С практической точки зрения, я являюсь мамой, и у меня есть ребенок, которого я защищаю, и этому ребенку никто не сможет навредить. Именно это вдохновляет меня оставаться в форме, развивать свою выносливость и учиться различным способам манипулирования человеческим телом разных размеров. Я начала биться, потому что мне нужно было хобби, и я нашла его и полюбила его. Это было весело, я начала преуспевать в своем хобби, и оно переросло в карьеру, так что теперь я ищу новое хобби. Я очень быстро учусь через опыт, знаете. В первом тренировочном лагере все, чему я училась, это держать удар и затем проходить в ноги и забивать свою оппонентку. Мой тренер просто ставил меня в угол ринга, и люди атаковали меня. И через какое-то время он говорил мне проходить им в ноги. Так он учил меня не отворачиваться, когда в меня летит удар, потому что у меня выработался этот инстинкт на борьбе. Я даже не могу себя представить на обычной работе, потому что мне необходимо постоянно шевелиться, двигаться. Я не могу сидеть на одном месте. Я могу еще себя представить в чем-нибудь типа кулинарного искусства или вообще в другом виде спорта, например, в скалолазании или в дайвинге, в серфинге. Я, кстати, недавно начала им заниматься, и мне очень нравится. Мне также очень нравится учить и тренировать, передавать идеи, которые я получила в результате собственного опыта или которым научилась у кого-то еще. А вообще, я хочу много занятий перепробовать, как во время своей карьеры, так и после ее завершения. Разнообразие мне нравится.